Дорогие друзья, всем привет! Была в фикс-прайсе. И первое, что вы видите, что стоит на столе, это средство для стирки жидкое. Очень понравилось мне. Покупаю уже его второй раз. Здесь 1 литр и стоит 99 рублей. Ну и также мои любимые средства, без которых я вообще уже не могу стирать. Это кислородный пятновыводитель для цветного белья за 55 рублей. И для белого белья. Очень нравится. Брала и буду брать. Также этот раз набрала мыло опять вот по кусочку того, другого, третьего. Мне девчат пишут, вот у тебя этого мыла уже, вот заканчивается у меня мыло уже. Мои запасы все поистрепались, потому что мы и пользуемся активно. Потом гости приезжают, подарок кому-то 1-2 кусочка, там маме, сестре, свекровель дорогой. Ну, мало ли вообще вот так вот. Поэтому понравилось вот такое вот мыло Факс за 25 рублей. Душистое такое, очень хорошее мыло. Мое любимое мыло серии «Целебные травы ромашка». Тоже стоит 25 рублей. Закончилось у меня хозяйственное мыло. И вот за 16,60, 200 граммов, кусок вот такой хороший, хозяйственного мыла, традиционное, произведено в России. Также, вот в прошлый раз вот в полочках я показывала, появилось вот такое вот мыло. И говорила о том, что в Галамарте это мыло стоило по 8, по 9 рублей. Так вот, в фикс-прайсе оно теперь появилось за 12 рублей, 12,50. Вот туалетное мыло, мандарин, белый чай и клубника и киви. Оно очень приятное, это мыло, маленькое такое в руке, вот прям очень удобно помещается. Вот такое приятное мыло. Дальше. Для ребенка взяла вот такую вот вафелька. Это вафелька, потому что вот она вот так и есть. Вот прям вот вафелька, а внутри там какая-то начинка ореховая. Ребенку понравилось. Здесь вот две сладкие палочки. Здесь 40 граммов. Вот такая вот шоколадка. Сейчас скажу, сколько стоит, не помню, потому что... 12,50 стоит вот такая шоколадка. И за 16,60 вот такой вот шоколадный батончик. Шокотель, крем, молоко, темный шоколад с начинкой. Вот. Ну, это вот побаловать мужа и ребенка. Дальше за 50 рублей взяла вот такие вот салфетки из бамбукового волокна. Здесь 5 штук. Мне они понравились. Мне нравится, что вот они не рвутся сразу. Как вот аналогично есть бамбуковые салфетки, вот зеленый фон, и там вот бамбуковая веточка. Те сразу как-то быстро рвутся, хотя и хорошо трут. А эти и хорошо трут, и долговечны. Нравится. Брала и буду брать. Впервые беру вот такие вот влажные салфетки КТ, 120 штук, антибактериальные, за 55 рублей. Вот обычно я где-то брала в других гипермаркетах, но что-то вот как-то вот этот раз решила взять здесь. Для ребенка взяла вот такой вот мячик впервые, вернее, он сам его выбрал. Вот там внутри этого мячика какие-то вот блестки и какой-то вот такой сверкающий элемент. Еще какая-то штука там, как типа камышек, камешек какой-то, что ли. Вот. Сейчас вот его надо вот так вот о пол ударяешь его, и вот он так ярко светится. Там был еще какой-то желтый вариант, но Ваня вот выбрал такой. В конце мы покажем, как они с Муськой играют в этот шарик. Из хозяйственных покупок купила себе еще вот такой вот огромный рулон полотенец. Здесь уже называют, что как будто 4 в одном рулоне. Без использования вторичного сырья. Экстра впитываемость, супер прочность. Обещают так. Сколько стоит, сейчас посмотрим, потому что я на цену не посмотрела. 77 рублей они стоят. Вот. Другой аналогичный я брала, но там только было 3 в одном. Он стоил 55, этот стоит 77. Вот. Мне нравится, в использовании просто замечательно. Из новинок, по крайней мере у нас, я раньше этого не видела, появилась вот такая вот гибкая доска разделочная. Вот она такая. Можно достать ее, посмотреть, какой у нее размер. 350 на 240 миллиметров. Полимер быт.
наша отечественная. По размеру она поменьше, нежели я другие доски брала. Мне очень нравится пользоваться гибкими досками. Мне нравится, что вот нарезала там морковку, лук, картошку, вот так вот согнула, скинула, и не валяется рядом ничего. То есть считаю очень удачной покупкой. И стоит такая доска 55 рублей всего-навсего. И недорого. Для ребенка также взяла вот такой вот набор поиграть. Это магнитный конструктор фирмы Play the Game. Собираем объемные фигуры. 21 магнитная палочка 4 цветов, 11 стальных шариков. Вот такие вот конструкции можно разные собирать. Развивает воображение и образное мышление. Ну, посмотрим. Можно докупать его, этот набор. Повторила набор вешалок. Здесь в наборе 6 штук. Производитель город Смоленск. Состав полипропилен. Мне они нравятся. Почему? Потому что я вешаю, допустим, у мужа рубашку каждую на отдельную вешалку. Там свое платье тоже отдельно на каждую вешалку. И, конечно, их море просто нужно, чтобы разместить всю одежду, чтобы я видела, что и как у меня расположено. Вот. То есть мне вот такие вот вешалки нравятся очень. Стоит этот набор 55 рублей. И был он последний в этом магазине. Потому что я думала, может быть, два, что ли, взять и закрыть эту тему. Но нет, тема не закрыта. Буду брать еще раз. Еще для Вани взяла вот такую вот игрушку. Он просит, ему нравятся эти телефоны. Вот в свое время и Илюш, когда был маленький, покупали все виды ему всяких этих телефонов. Вот, поэтому смотрите. Очень интересно, во-первых... Значит, для детей возраста 3+, яркий телефон с разноцветными кнопочками знакомит ребенка со звуками набора номера, веселыми мелодиями, развивает слух, экран телефона мигает и светится, развивает ловкость и моторику ручек. Так, что еще здесь нам обещают? Значит, ну вот кнопочка «Сделай фотографию», «Тебе пришло письмо», «Кто-то звонит, возьми трубку». 1, 2, 3, 4 с помощью кнопочек можешь набрать номер телефона. Слава богу, что батарейки входят в комплект. Так что сейчас мы откроем и посмотрим, что собой представляет этот телефончик. Итак, вот он, этот чудесненький телефончик. Значит, вот так вот открывается здесь крышечка, и можно, значит, говорить. Дальше, что здесь было? Была... Вот он такой язычок, его вынимаем. И начинаем пробовать, что собой представляет этот телефончик. Так, это кнопка 1. Так. Ага. Теперь попробуем сюда нажать. Так. Надо же. Так, вот центральная кнопка. Просто. А, это фотографирует, она же означает. Ну, классная игрушка. Ваня сразу прибежал, сидит, ждет. Да, сынок? Угу. Вот сейчас поиграешь. А это вот вторая мелодия уже. Может быть, несколько песен. Сейчас послушаем. Так. Песенка другая уже совсем. Четвертая песня. Забавный груз. Пятая песенка. Здорово. Вань, смотри, какая классная игрушка. Будешь звонить? Да.
Ну, бери, сейчас посмотрим, как ты будешь играть с этим телефончиком. Садись сюда. Так, вот он, пользователь пришел. Открываем и нажимаем. Это циферка, вторую циферку нажимаем. Так, ну дальше нажимай. Так. Это, ну давай, жми. Это значит, сообщение какое-то пришло, как будто бы. Потом на центральную кнопочку нажми. Это ты фотографируешь, так, еще. Чик-чик. Это как будто ты фотографируешь. Так, ну и дальше песенки. Он умеет прыгать. Давай. Вот такой вот шарик за 55 рублей. Так. И Муська тоже любит. Тогда пускай Муська халюсь. Она любит такую игрушку. Муська. А так вот он такой вот розовый. Муська. Муська в меня еще. Муська в меня еще любит играть. Муська. Веселым. Ну вон, Муся идет к тебе. Она сейчас тебе...